Всем привет, с вами Катя и Паша. Всем привет. И сегодня мы снимаем это видео не одни. У нас в гостях Рай, наша подруга из Таиланда. Всем привет. И сегодня мы все втроем будем пробовать бельгийскую еду. И эту посылку нам прислала Люда. У нее тоже есть свой канал на ютубе, называется Людмила США Бельгия. И она снимает видео на разные темы, влоги, про жизнь в разных странах, про материнство и про все-все-все. Мы оставим ссылочку в описании, так что заходите, все будет супер. Мы себе уже здесь заварили чаек. Из Бельгии. Да, из Бельгии. И нам еще Люда прислала тарелочки и салфетки со флагом Бельгии. Давай, ты наш гость, ты будешь первой тянуть, что ты хочешь попробовать. Это. Давай. Я на самом деле видела такие в Таиланде. Ты не видела? Нет. Нет. Я думаю, я попробую в Москве. Москве? В Москве пробовала? Мужик ведь. Не помню. Мы сейчас будем пробовать. Хрустящие вафли. Хрустящие вафли. Пробуем. Я люблю запах. Тебе нравится запах? Угу. Да, пахнет вкусно. И вообще они вкусные. Да. Не знаешь, что они напоминают? Как вот такие вафельки, которые в трубочке, да, со сгущенкой. Да. Вообще такие вкусные, но очень хрустящие. Похоже, да. Угу. Тебе нравится? Да. Вкусно? Вкусно. Рой-рой. Это по-тайски вкусно. Рой-рой. Следующее я хочу попробовать. Вот это. Что это? Сама не знаю, что это такое. Попробуйте, скажите. Нормально. Мне нравится. Так красиво. Да, красиво выглядит. Там вафелька, кажется, внутри. Маленький. Маленький? Кажется, там бисквит. Вкусно. Сладко. Сладко. Похоже на пирожное. А там нету марципана или еще чего-нибудь? Кстати, мне кажется, да, сверху марципан. Потому что, ну, такой, есть чуть-чуть алкогольный вкус, да, какой-то. I feel it here. Как будто есть там, да, алкогольное что-то? Да. Моя очередь убирать. Я хочу попробовать вот какие-то странные палочки. Называются апельсиновые корки в шоколаде. Люблю. Так, спасибо. Шу-шу. Пробуем. Как мармеладка. Там апельсин. Это апельсиновые корочки, именно корочки. Вообще тема. I like it. Нравится? Да. Шик и блеск. Шик и блеск. Обалден. Обалдеть. Это обалден. Шик и блеск. Твоя очередь выбирать, что мы будем пробовать. Какое? Это давай. Давай. Здесь, в общем, разные конфеты и 8 разных вкусов. Какую-нибудь возьмем, попробуем угадать. Давай. Очень полезно, чтобы мы догадались. Давай, ты тяни, Паша. Я открыл. Ну, пробуйте. Давайте я тоже возьму. В принципе, я же не знаю, какой цвет, какой вкус. Ага, суп. У меня что-то очень вкусное. У меня есть голубой. Голубой. У меня что-то вообще офигенское такое. Мне очень нравится. Ты не знаешь, что за вкус? Нет, тут написано, мне кажется, я не понимаю. У меня что-то просто пралине ореховое. Может, просто пралине. Да, у меня просто пралине. У меня тоже. А у меня молочное. Вот эти такое. А у тебя зеленый, да, вкус? Филе. Ванила. У тебя фундук. Фундук и карамель. А там нет ничего внутри. Ваниль. Ваниль. Вкусно, мне вкусно. Вообще классно. Конфеты обалденные. Обалдеть. Я обалдеть. Так, после конфет я хочу попробовать мадалины. Вот такие печеньки. Они, наверное, больше французские, но их в Бельгии тоже очень любят. Кто быстрее откроет? Я! Блин. Ты победила. Пробуй, быстро. Тоже с марципаном? Я люблю. Мне нравится. А мне нет, я хочу начинку. Где начинка? У них не предполагается начинка. Просто как, ну, такой бисквит. Ну вот если бы внутри была бы какая-нибудь сгущеночка или белый крем, было бы очень вкусно.
Мне кажется, они, может, каким-то вкусом, апельсина, нет? Угу. Ну, похоже, что они чем-то пропитаны. Теперь я убираю, мы будем пробовать брюссельское. Самое разноцветное. Да. Брюссельское маршмеллоу, очень известное. Окей, какой ты цвет хочешь? Белый. Белый? Не-не, росовый. Не, фиолетовый. Ты это, успокойся, розовый ешь. А я буду белую. Вот, как она вкусно пахнет. Клубникой, просто пастила. Ну такая, но она очень мягкая. Мне так, часов. Так. Ничего. 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 This one look nice, yeah. Сыр. Сырное что-то, да. Гуда чиз. Бельгийцы обожают гуду и кладут его везде. Это крекеры с таким сыром. Сыр. Ты любишь сыр? Да, да. Да, да. Нет, не любит. You don't like сыр? Not much. Зачем ты там врёшь нам? Это мой, только мой. Да? Только мой! Да чуть-чуть попробовать. Один, один. Чуть-чуть, маленько. А, вкусно. Давай, ты один. И ты один. Она хватит. Не хочет с нами делиться. Его собой! Такие малютки. Там ветчина еще? Да. Только сыр? Необычно, так как печеньки с сыром какие-то классные. Да. Прям необычно-необычно. Давай, теперь расскажи, что это за поросенок здесь вместе с нами. Это мой муж поросенок. Он не захотел сниматься видео, поэтому он вместо ставит вместе с нами, да? Его есть учена. Ну, сейчас я не знаю, где она. Где она? Кто видел она? Скажи мне, пожалуйста. Блин, так классно! Она потеряла вторую статуэтку. Теперь поросенок один. Теперь давайте попробуем. Что это? Что? Мой муж француз готов питаться этой нугой каждый день. Там орешки внутри. Да, но это нуга с фисташками, наверное. Ребят, мы сейчас снимаем вызов. И Люда нам положила мне парик от футбольной команды. Сейчас пойду, ребят, поприкалываюсь над ними. Пойдемте смотреть на реакцию, ребят. Мне кажется, я очень классный. Сиди, оставшиеся видео в этом парике. Смотрите, Люда, какой прикольный парик мне от команды бельгийской футбольной. Что-то там про дьяволов ел, что было. Красные дьяволы. Вы уже попробовали? Пробуем. Мы пробуем ногу. Прикольно, мне нравится. I don't like. Тебе не нравится? Да. No. I don't like. Мне нац. Нац. Точно, с орешками нац. Я и думаю, какую шоколадку мне напоминает. Вообще тема темская. Мне нравится очень. Давай. Это. Мини-сусу. Это, наверное, бельгийские вафли. Ленчи. Вафли. Самые популярные. Если честно, в этом парике как-то жарковато. Ну-ка, давай я. Давайте по очереди делать. Как пудель! Вафли. Понюхай, понюхай, понюхай. Они такие прям молочные. Мне очень нравится. А тебе? Нет? Я. А какие соль? Они такие мягкие. Мне хочется, чтобы они были мокрее чуть-чуть. Ну, хочется во что-то их макнуть. Да, чтобы они мокрые были. Таким соусом полить. Я думаю, так и едят. Поливают какой-нибудь, может, карамелью. Шоколадом.
Смотри. То следующее у нас тут еще есть. У нас еще есть вафельки с сыром и ветчиной. Давай. Они очень маленькие. Это как чипсы. Да, чипсы, как чипсы вафли, я вот хотел сказать, как будто ешь типа чипсы лейс с беконом. Очень вафли. Странно. И они же типа жесткие чипсы. Да, там как бы идет вафелька и внутри жидкая начинка. У нас осталось две вкусняшки, и одна из них это вот это. Это имбирь в шоколаде. Написано очень полезная вкусняшка. Мне на самом деле кажется, что AI должно понравиться. А нам, наверное, нет. Там мармелад внутри. Ну, это имбирь как бы карамелизованный. Кстати, более-менее. Прожуй. Вот как в конце. Потом какие-то грибы начинают с плесени. Это имбри? Yes. Да. Я же сказала, что я так и думала, что тебе понравится. Тебе нравится? Да. Брёшь? Что... Да почему? Ну как ты его... многие же имбирь едят везде, кладут. Мне не нравится вообще. Не, мне понравилось. Ну как бы не так, чтобы я бы не сказала, что очень вкусно, но необычно. Мне вот нравится этот чай, очень вкусный. Да, чаёк нам очень понравился. Спасибо за чай тоже. И последнее у нас осталось. Это какие-то какао-мини-вафли. Давай, мы готовы. Пробуйте. Мне эти вафли на борт больше понравились, потому что... Чем предыдущие? Да, потому что они в шоколаде. Мне предыдущие больше. А тебе какие больше понравились? Эти или предыдущие? Эти понравились тебе? Нет. Нет? А эти понравились тебе? Да, да. Мини-сусу. А мне на борт больше шоколадным понравились. Вот такие вот у всех разные вкусы. Подводим итоги. Что тебе больше всего понравилось? Что тебе больше всего понравилось? Я очень люблю это... Курящие, крекеры с сыром. А что тебе не понравилось больше всего? Which one I don't like most? I think the white one. Это... А, ну да. Больше всего тебе не понравилось? Нет. У меня наоборот. Это на первом месте, что мне понравилось. Да, ну да, прям ешь нас. Такой классный, вкусный очень. И на втором месте у меня вот эти шоколадки. Печеньки. Нет, у меня на первом они есть. Конфетки. Конфеты эти просто божественные. И мне еще очень понравились вафли, которые мы первые пробовали. Вот эти мне они очень понравились. А не понравилось? Нет такого, мне все понравилось. Вафли с ветчиной понравились тебе? Блин, нет, мне не понравились вафли с ветчиной. Да, мне кажется, нам всем трем не понравились вафли с ветчиной, да? Да. Вот мы и попробовали все эти вкусняшки. Спасибо еще раз огромнейшее, люди, за это все. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте тебе лайки нам. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Пока-пока.